Принц Уильям, внук Елизаветы II, может стать следующим королем Великобритании вместо своего отца Чарльза. С такими заголовками вышли британские СМИ сегодня. Так ждет ли эту страну смена власти? Разбирался Алексей Пшемыский, он в Лондоне. Британские журналисты отправляют королеву на пенсию. По данным местных СМИ, Елизавета II планирует добровольно отречься от престола. Якобы королева издала секретный указ, где говорится о том, что передача власти должна состояться, если она продержится на троне до 95 лет, то есть через 3 года. Елизавета II официально самая долгоправящая хозяйка Букингемского дворца в истории Великобритании. В сентябре 2015-го она побила рекорд своей прабабушки, королевы Виктории. Та пребывала на троне 23 226 дней. Слухи о том, что Елизавета II может добровольно уйти с трона еще при жизни, обсуждают в высших политических кругах страны уже не один год. Однако сейчас, по данным британских газет, они более чем реальны. Якобы началом подготовки к передаче власти стал уход на пенсию супруга Елизаветы II, принца Филиппа, на прошлой неделе. Следующий в очереди на трон 68-летний сын Елизаветы II, принц Чарльз. Однако вот британцы его откровенно недолюбливают еще после скандалов вокруг его брака с принцессой Дианой. А в 2015 году Чарльза прозвали «Черным пауком» после того, как выяснилось, что он втайне отправлял записки членам правительства, требуя принимать определенное решение. По данным соцопросов, 80% британцев хотят видеть следующим на троне сына Чарльза, принца Вильяма. Военный с блестящей репутацией, примерный муж для своей супруги. По мнению многих, именно Вильям мог бы вдохнуть новую жизнь в откровенно устаревшую британскую монархию. Якобы он фаворит самой королевы. God save the king! О том, как Чарльз и Вильям будут бороться за власть, здесь уже даже сделали целую театральную постановку, где отец и сын противостоят друг другу в лучших традициях Шекспира. Однако в реальности такое шоу вряд ли ожидает британцев, ведь решение может принять только парламент. Роль монарха – ноша пожизненная. Добровольно уйти на пенсию Елизавете II не позволяет закон. Для этого вначале нужно поменять конституцию. Да и для того, чтобы Вильям зашел на трон, вначале Чарльз, который всю жизнь готовился стать королем, должен отказаться от власти. Однако он уже заявил, об этом не думает и с радостью будет исполнять обязанности монарха. Из Лондона Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности – британское бюро телеканала «Интер».